У каждого из нас есть свои любимые исполнители, любимые мелодии, песни. Они по-особому способны затронуть какие-то тонкие струны нашего настроения, вернуть нас по тропинке памяти в прекрасные мгновения нашей жизни и также помогают по-другому взглянуть на мир. Любимой исполнительницей Айры стала грузинская певица Нино Катамадзе, и она очень хотела включить в наше выступление одну из композиций этой великолепной артистки. Айра.
Спасибо большое за поддержку.